Россиян беспокоит подорожание цен на основные продукты питания. Этот вопрос неоднократно звучал в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. С просьбами разобраться в ситуации жители Чувашии также обращаются к депутатам и представителям исполнительной власти. Сегодня депутаты Горсобрания и активисты «Единой России» вышли с инспекцией на один из чебоксарских рынков. Глава государства поручил провести мониторинг цен и разработать меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора – моркови, лука, свеклы, капусты и картофеля. Чебоксарские активисты отметили, действительно, рост есть. К примеру, килограмм моркови на рынке предлагают купить за 100 рублей. В сетевом магазине неподалеку цена на овощ оказалась немного ниже – 82 рубля. Но в целом на все фрукты и овощи на чебоксарских рынках и в магазинах отмечается значительный рост стоимости. Собранная информация войдет в доклад от каждого региона. На ее основе будут сделаны предложения для комплексного решения проблемы. Цены на некоторые категории продуктов, они выросли. Это подтверждает и жители, и подтверждает продавцы. И результатом этих контрольных мероприятий будет от нас сформировано предложение, которое мы передадим уже в правительство Чувашской республики, которое, я думаю, на следующей неделе будет тоже сформирует свои предложения в целом по республике, по Чувашской республике, и передадут эти предложение федеральный центр.